начинает с кого? Давай, гурку! Я не слышал Ивана. Вы же играли два камера. Я не мужик все проебывался, а теперь все виноваты. Хорошо сказано. Все нормально. Зачем он спорит настроение? Слушайте, я вам расскажу про Милану. Хотите? Наши сегодня 50 лет. Не сегодня, день рождения, просто день в день. Правильно. Я свой всегда праздную так же. Но 20 числа было 50 лет Курта Дональда Чикабейна. Вы знаете, есть такая фигня, я Нирвану начал слушать, когда он был еще жив. Я ждал альбом Интера, например. Я ждал его. Я думал, какой же он будет, мать его. И когда он вышел, я подумал, ну, нет, это все. Где видите, он там был хардкор. Это я хардкор не слушал. И после этого я стал слушать всяческий хардкор. И после этого я полюбил Курта Кобейна еще больше. Вот. Так что, ребята, дело не в том, что мы собираемся тут и слушаем музыку Курта Кобейна, а хуй знает. Мы слушаем музыку, которая нас Куртом Кобейном.
Спасибо. Что, как ты слышишь? Да, сейчас у нас медленная композиция, она, кстати, называется так по-морски, она потому что народная. Мы сами ее не писали, ее написали народ. Песня по морю, она так называется.